Топ-6 методов аппаратного лечения и восстановления волос. Каждая девушка мечтает о красивых, а главное, здоровых волосах. Статистика говорит, что именно эта проблема беспокоит женщин больше всего. Из-за несбалансированного питания, химических красителей, стрессов, использования горячих средств для укладки кровоснабжения кожного покрова головы ухудшается, а волосяные луковицы засыпают. Это и приводит к слабости, выпадению локонов. Существует множество методик и средств, способных улучшить состояние волос, но в запущенных случаях лучший вариант – аппаратное лечение. Апостроф закрывающая круглая скобка точка с запятой закрывающая фигурная скобка. Принцип работы – это процедура, объединяющая несколько методов, которые предполагают воздействие на кожный покров головы и волосы при помощи физических факторов. Они позволяют активизировать сосудистый тонус, микроциркуляцию крови, улучшить проникновение лечебных средств, снять мышечное напряжение и стимулировать рост фолликулов волос. Как результат, волосы приобретают густоту, блеск и крепость. Разновидности методов. Перед выбором одного из представленных методов лечения, которые предлагают салоны красоты, нужно пройти диагностику. Посредством микроскопа специалист исследует кожу и волосы, тем самым определяя проблемы. Электрически такая процедура является одной из самых распространенных. Она предполагает применение переменного импульсного тока с высокой частой, но небольшой силой. Такое воздействие стимулирует микроциркуляцию крови. Для воздействия используют специальный гребень либо стержень, которые соединены с базовым аппаратом. Электрический импульс стимулирует размножение волосяных луковиц на клеточном уровне, активизирует сосудистую работу, позволяет лечебным веществам проникать глубоко. Стоимость колеблется от 800 до 5000 рублей. Апостроф закрывающая круглая скобка точка с запятой закрывающая фигурная скобка. Дарсанваль еще совсем недавно Дарсанваль использовали лишь в салонах красоты. Сейчас же им можно пользоваться в домашних условиях. Современное устройство является безопасным, надежным, поэтому нет риска вреда коже и локонам. Аппарат стоит применять, если девушка страдает замедленным ростом волос, сиборийным облысением, очаговой плешивостью, усиленной потерей волос, сухими, ломкими, слабыми локонами, чрезмерной жирностью корней. Запрещено использовать Дарсанваль в случае индивидуальной непереносимости электрических разрядов, онкологических заболеваний и проблем с кожей головы, в том числе раздражение, раны, царапины, сердечно-сосудистых заболеваний, кровотечения и нарушенной кровяной коагуляции, тромбов, либидо, установленного кардиостимулятора, туберкулеза, беременности и кормления грудью, эпилепсии. Основа процедуры лечения – использование расчески с электрическим током. Выделяют два вида контактной, применяют для того, чтобы вылечить сиборию, некоторые виды алопеции. Дистанционный – интенсивнее предыдущего. Прибор выдает искровой заряд. Не рекомендуется для использования дома, так как нужны определенные навыки и знания. Довольно эффективный способ стимулировать рост волос. Дарсанвализация занимает не больше 10 минут, причем нужно следовать некоторым правилам. Чистые, сухие волосы перед применением. Насадку нужно обработать спиртом, все металлические аксессуары убираются с шевелюры, нанесение на голову специального масляного состава. Заключительный этап после воздействия током – применение масок на протяжении 20 минут, после чего нужно промыть волосы, если необходимо. Нанести укрепляющий лосьон либо сыворотку. Стоимость в салонах примерно 200-300 рублей за сеанс. Для домашнего использования аппарат обойдется от 1000 до 5000 рублей. Магнитно-лазерная методика терапии – сочетание одновременное воздействие магнитного поля, а также излучение лазера низкой интенсивности. С помощью такого лечения можно улучшить кровообращение, укрепить сосуды. Аппараты отличаются достаточно высокой стоимостью, поэтому лечение возможно лишь в специализированных клиниках, салонах. Средняя цена процедуры – 2000 рублей. Лазерная терапия. К показаниям процедуры можно отнести андрогенную алопецию, облысение наследственного характера, диффузное выпадение. Преимуществами лазерного метода являются увеличение кровяного притока кожному покрову на 50%, стимуляция волосяных фолликулов, остановка прогрессирующего выпадения, успешный результат у 85% клиентов, улучшение прочности и эластичности, придание блеска, мягкости, гарантия соответствующей дозировки, благодаря равномерному проникновению световой энергии в каждый участок головы.
Результат зависит от генетической предрасположенности, длительности выпадения волос, наличия каких-либо заболеваний. Возможно как и отсутствие результата, так и начало стремительного роста. Чаще всего после 2 месяцев регулярной терапии превращается в выпадение волос, а после 10 – рост крепких толстых волосков. Рекомендуется применять тем, кто страдает выпадением волос на протяжении менее 3 лет. В среднем девушке придется потратить около 1500 рублей за одну процедуру. Расчески. Основной функцией таких приборов является подпитка клеток кожи головы для получения энергии, которая необходима для роста волос. Стоит использовать при выпадении волос, жирности или сухости головы, тусклости, стрессах, переутомлении, частом использовании химических средств, красок, недостатки витаминов и минералов. Нужно отказаться от лечения в следующих случаях: беременность, онкологические заболевания, проблемы с кожей, раны, порезы, царапины на голове. Нужно понимать, что домашние лазерные расчески подходят больше для профилактического воздействия. Производители профессиональных приборов обещают, что при условии регулярного использования возможно лечение даже запущенных стадий облысения. В зависимости от модели, расческа может обойтись от 1000 до 25 тысяч рублей. Ультразвук, инфракрасное облучение. Эти приборы – своеобразная новинка, которая представлена в виде щипцов, позволяющая улучшить питание волосяной структуры. Их еще называют холодными утюжками. Представлены в виде 2 соединенных пластин – ультразвуковое и инфракрасное излучение. Для работы не нужен нагрев, а работа осуществляется посредством высокочастотных вибраций. Производители уверяют, что если использовать косметические средства в обычном варианте, осуществляется усвоение только 30%. Полезных витаминов и микроэлементов А с использованием таких щипцов практически 100%. Применяется на влажные волосы с нанесенным лекарственным составом. С помощью устройства можно склеить секущиеся кончики. Аппараты очень востребованы в салонах, которые предлагают органовое, кератиновое восстановление, ламинирование шевелюры. Благодаря простоте эксплуатации и высокой цене, щипцы можно использовать дома. Стоимость от 2000 до 10 тысяч рублей, причем заметной разницы в них не наблюдают. Популярные модели – Molecule P. Professional состоит из инфракрасной и ультразвуковой пластин, которые расщепляют молекулы косметических средств, благодаря чему они легко и быстро проникают в волос, а инфракрасные лучи запечатывают кутикулу. Результат – здоровые, сильные, шелковистые волосы. Секущиеся кончики волос запаиваются, локоны увлажняются. Iron Repair Ultrasonic позволяет средствам для поврежденных локонов максимально усвоиться. Волосы становятся блестящими и шелковистыми. Технология предполагает отсутствие воздействия высокой температуры, благодаря чему вещества деликатно усваиваются. Позитив Ultrasonic Reaction Silver эффективно лечит сухие и поврежденные волосы. Инфракрасные лучи открывают и закрывают чешуйки, что позволяет глубоко проникать полезным частицам в структуру волосинок, а ультразвуковой воздействие делит средства на микрочастицы для легкого проникновения. Заключение. Каждый из аппаратов улучшает циркуляцию крови, активизирует работу сосудов, усиливает питание волосяных фолликулов, облегчает проникновение средств лекарственного и косметологического типа в кожу. Только специалист может точно сказать, какой из методов стоит использовать для максимального результата. Выбрать аппарат стоит лишь после профессиональной диагностики. Эффективность терапии возможна при комплексном воздействии аппаратом, лекарственными и косметическими средствами. Но для домашней эксплуатации рекомендуем попробовать лазерные расчески и щипцы с ультразвуковым инфракрасным излучением. Полезное видео: как быстро отрастить волосы. Отзыв об аппарате Darsan Valcarat D212 для волос. Микротоковая терапия по активному поляризованному лосьону. Какого результата ожидать от процедуры? Порядок проведения. Принцип работы – это процедура, объединяющая несколько методов, которые предполагают воздействие на кожный покров головы и волосы при помощи физических факторов. Они позволяют активизировать сосудистый тонус, микроциркуляцию крови, улучшить проникновение лечебных средств, снять мышечное напряжение и стимулировать рост фолликулов волос. Как результат, волосы приобретают густоту, блеск и крепость. Разновидности метода вперед. Выбором одного из представленных методов лечения, которые предлагают салоны красоты, нужно пройти диагностику.
Посредством микроскопа специалист исследует кожу и волосы, тем самым определяя проблемы. Электрически такая процедура является одной из самых распространенных. Она предполагает применение переменного импульсного тока с высокой частой, но небольшой силой. Такое воздействие стимулирует микроциркуляцию крови. Для воздействия используют специальный гребень либо стержень, которые соединены с базовым аппаратом. Электрический импульс стимулирует размножение волосяных луковиц на клеточном уровне, активизирует сосудистую работу, позволяет лечебным веществам проникать глубоко. Стоимость колеблется от 800 до 5000 рублей. Заключение каждой из аппаратов улучшает циркуляцию крови, активизирует работу сосудов, усиливает питание волосяных фолликулов, облегчает проникновение средств лекарственного и косметологического типа кожу. Только специалист может точно сказать, какой из методов стоит использовать для максимального результата. Выбрать аппарат стоит лишь после профессиональной диагностики. Эффективность терапии возможна при комплексном воздействии аппаратом, лекарственными и косметическими средствами. Но для домашней эксплуатации рекомендуем попробовать лазерные расчески и щипцы с ультразвуковым инфракрасным излучением. Полезное видео, как быстро отрастить волосы. Отзыв об аппарате Darsan Valcarat D212 для волос. Микротоковая терапия по активному поляризованному лосьону. Какого результата ожидать от процедуры? Порядок проведения.